Ходил, разбирался, почему на карточку мало денег, перевели в день зарплаты и все в порядке, просто я мало зарабатываю. В принципе, ребят, это ведь даже не анекдот, это суровая российская действительность. Не согласны? Начинаем. А для нас с вами слуги народа придумали очередной побор, и речь о новом налоге, не налоге, не знаю как это назвать, в общем об обязательной платной регистрации домашних животных. С этой идеей законотворцы носились много лет, но никак не могли придумать, каким образом все это дело возможно осуществить. Сперва предлагалось просто регистрировать питомцев, затем появилась идея выдавать зверям что-то вроде паспортов, поговаривали даже о прописке. Меня это вообще веселило, идешь такой в паспортный стол или в Федеральную миграционную службу, чтобы прописать в квартире кота или рыбок, ага. Затем возникла идея с чипированием, и вот, наконец, правительство и Дума разродились. Всего понемногу ожидается, и очень скоро сейчас документ готовится к прохождению третьего чтения в парламенте. Усы, лапы, хвост – это не документы. Проект, предусматривающий обязательную регистрацию домашних животных, проходит доработку в правительстве перед третьим чтением в Госдуме. Сегодня все регистрационные действия с любимыми кошками и собаками добровольны. Единственная обязанность владельцев – прививать питомца перед тем, как поехать с ним за границу. Все остальное – абсолютная самодеятельность. И чипирование, и так называемая прописка по месту регистрации. К слову, сейчас чипирование стоит до 2000 рублей. Если посмотреть гражданский кодекс, у нас там уже давным-давно написано, что животное – это вещь, собственность, соответственно, у нее есть владелец. Поэтому надеюсь, что когда мы примем закон об ответственном обращении с животным, животные все-таки станут живыми существами, и, соответственно, статус владельца действительно можно будет закрепить уже с помощью государственного реестра животных. Нет, с одной стороны, я согласен. Человек, который заводит себе животное, должен понимать, что за это животное необходимо нести ответственность. Это не игрушка, которая надоела, выбросил. У нас же, к сожалению, именно так. Но, с другой стороны, я, как человек, живущий в России, прекрасно понимаю, что это станет очередным побором. Причем бремя данного побора ляжет именно на ответственных граждан, а безответственные просто выкинут этих кошек, собак, хомяков, лишь бы не платить. И платить за этих выброшенных придется тоже нам с вами за открытие приютов, за создание спецподразделений по отлову бродячей живности и бла-бла-бла одной фразой. Вот вроде дело хорошее затеяли, а по башке опять прилетит не тем. Это реальная журналистика сегодня об ответственности. Поехали! А эту историю прислали мне активисты штаба Навального, будете смеяться, из Перми, и она тоже об ответственности. Точнее, о дюже ответственных полицейских, которые, как водятся в последнее время, нет, чтобы с преступностью бороться, ловят на улице политически неправильно ориентированных граждан. На видео, которое я вам сейчас покажу, молодой мужчина Сергей Ухов с годовалым ребенком на руках, а бандюганом он стал после того, как взял в свободную руку шарик с надписью «Навальный 2018» и оппозиционную газетку. Борцы с преступностью не заставили себя долго ждать и попытались предпринять меры к задержанию хулигана. Внимание на экран. Объясните, что здесь происходит? Я пресса. Уважаемый, я журналист, объясните, что происходит. Что происходит здесь? Ответьте для прессы, пожалуйста. Я журналист. Вы кто? Вы здесь главный? Ответьте, пожалуйста, что здесь за... Что за противоправные действия? Вы не имеете права задерживать человека с маленьким ребенком. Вы можете его опросить где? Вы не имеете права задерживать человека с маленьким ребенком. Не имеете права его доставлять в полицию. Обратите внимание, мужика того скрутить пытаются сразу несколько полицейских. На одного парня, да с ребенком на руках целая толпа. К слову, до того как стражи порядка упаковали маму этого малыша, жену Сергея Александру, а уже через день женщину осудили и присудили штраф в 5000 рублей. Мне вот интересно, какой была формулировка? С шариком и газеткой не там ходила? Что до Сергея, его отбить удалось, вмешались прохожие, полиционерам пришлось отпустить опасного преступника. Что такое?
Вот это как вы называете? Это не толкайте. У него ребенок на руках, у него... Вы когда сможете? Я через две недели я с удовольствием пройдусь на обороте. С удовольствием. Ну обязательно выдай, еще видишь. Какая проблема? Так, а да, расскажите, в связи с чем вы вообще задерживать пытались? Кстати сказать, по неподтвержденной информации действовали сотрудники полиции по негласному распоряжению пермского губернатора Решетникова давить. В связи с чем у меня вопрос возник, с каких это пор полиция у нас подчиняется губернаторам? Ну и полицейских хочется спросить, ребят, самим не погано, вы что, не люди что ли? Воевать со своим народом, особенно с женщинами и детьми, ну это ж последнее дело. Перемещаемся в Тюмень, и там тоже ответственные работники отжигают, проявляя чудеса заботы о гражданах. Итак, жили-были в городе Тюмень, столице деревень, простые люди, многодетная семья Закамалдиных. Папа, мама и четверо их детишек. Жили небогато, вшестером в 10-метровой комнате в коммуналке. 20 лет назад им эту комнату администрация города выделила, документально все оформили, как положено, прописка, ордер, все чин-чинарем. А 10 лет назад в малосемейке той проводилась инвентаризация, и инвентаризаторы что-то там напутали с нумерацией комнаты. Сейчас все это дело всплыло. Как думаете, что было дальше? Верно, теперь Закамалдиных выселяют. Из-за чьей-то там ошибки десятилетней давности по документам получается, что люди самостоятельно заселились в ту квартиру, сами смотрите, в общем. У меня муж работал в тот момент в Ленинском УВО, отдел вневедомственной охраны, да. И нам, как молодой семье, у нас тогда уже дочка на руках была, нам дали вот эту комнатушечку, 10,5 квадратных метров. Давала администрация Ленинского района. Было ходатайство, не может ли, потому что там давали всем, и медикам, молодым семьям, ну вот так. Угу. И вот так по счастливой случайности наше заявление оказалось вот в счастливом списке. Вы радовались, наверное, да? Безумно. Все эти годы Закамалдины думали, что живут в комнате 701, а выселяют их из комнаты 704. На самом деле в 704 живут другие люди. Их тоже вызвали в суд в качестве ответчиков. Тут кто-то, извините, писал? Им сказали нумерацию написать, когда построили это общежитие. Вот. И они написали наизнанку. И мы так и живем. Вот где такое еще может быть, в каком другом социально ответственном государстве? Пришел какой-то чудо-специалист, что-то там накосячил, затем ушел и забыл о том, что он здесь вообще когда-то появлялся, а у людей сейчас проблемы, нервотрепка. Им нужно бегать по судам, по инстанциям, доказывать, что они не верблюды. На адвокатов, скорее всего, потратиться придется. У нас же только в бумажках прописано, что граждане имеют право на бесплатную юридическую помощь. А кто-нибудь пробовал эту бесплатную помощь хоть раз получить? Толку от такой помощи не больше, чем от статьи в Википедии. А хочешь, чтобы тебе грамотно все разжевали, плати. Но повезло, правда, этим Закамалдиным. Через журналистов удалось достучаться до уполномоченного по правам ребенка в регионе. И выяснилось, знаете что, не одни они такие. С главой Александром Викторовичем Мором мы договорились о том, что в ходе плановой работы по выявлению незаконно занятых жилых помещений, если таковые обнаруживаются и в них проживает семья с детьми, то информация отправляется нам. Мы готовы оказать содействие родителям. Нет, это все здорово, конечно. А если бы у этих Закамалдиных детей не было или выросли уже, их бы просто вышарили на улицу и вся недолга? Второй момент, который тоже очень меня интересует, а кто будет отвечать за головотяпство? Ведь очевидно, что люди оказались заложниками ситуации. Чьего-то непрофессионализма и халатного отношения к своим обязанностям, а сейчас смотрите, какое количество народу в эту дурацкую историю оказалось втянуто. Сами потерпевшие, адвокаты, журналисты, судьи, институт уполномоченного по правам ребенка и еще много кто. И ситуацию эту, вернее ее разрешение, оплачиваем опять мы, налогоплательщики. Поэтому повторюсь, с кого за это спросят? Хотя чего я опять какие-то риторические вопросы задаю и кому? Себе? Ну я же знаю ответ. Ладно, пора закругляться. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. Тему ответственности обсуждали. Сенсации опять не случилось.
На моей страничке в Ютубе, ссылка на нее сверху, таких несенсационных материалов еще огромное количество. Заходите, наслаждайтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже масса интересного. В друзья добавляйтесь, темы предлагайте, под ними мы обсудим. Я же за сим спешу откланяться, все, пока. Пока. Мам. Что? Че такая дура? Такая родилась. Понятно.